Всем огромный-огромный привет. Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусный завтрак. Делается невероятно быстро, и я его обычно готовлю прямо из того, что осталось в холодильнике. У меня остались вот такие обрезки помидоров, мука, немного молока понадобится, зелень. Из мяса можно использовать колбасу, сосиски. У меня вот тут немножко окорока осталось. Можно также, например, куриное филе, если у вас отварное есть. 2 яйца и также немного сыра. Сыр абсолютно любой, который завалялся у вас в холодильнике. Давайте приступим. Все очень быстро, невероятно быстро. В глубокую миску разбиваем 2 яйца. Добавляем немного молока. Я все делаю на глаз. По вкусу солим. И добавляем черный молотый перец. Для вкуса и пикантности зубчик чеснока. Все хорошо перемешиваю. Постепенно добавляю муку и замешиваю тесто, как на блинчике. Оно должно быть примерно как 15% сметана. Не жидкое и не густое. Даю тесту постоять, пока нарезаем все остальные ингредиенты. Колбаску, сосиски или ветчину нарезаем мелким кубиком. Вот таким. Перекладываю все в тесто. Сюда же добавляю зеленый лук. И нарезаем помидоры. У меня как раз немного помидоров осталось с предыдущего рецепта. Поэтому я буду использовать их в этот завтрак. Помидоры тоже стараемся нарезать мелким кубиком. Помидоры отправляем в тесто. И все хорошо перемешиваем. Посмотрите, как красиво уже получается. Нагреваем сковородку и отправляем первый блинчик обжариваться. Распределяем. И жарим блинчик с двух сторон. Блинчик хорошо катается по сковородке. Мы его аккуратненько переворачиваем на другую сторону. Вот так вот все красиво выглядит. Присыпаю блинчик сыром и сворачиваем пополам. Готовый блинчик выкладываю на тарелку. Жарим так все оставшиеся блинчики. Присыпаем сыром и сворачиваем пополам. Можно свернуть трубочкой. Невероятно вкусный, быстрый завтрак для всей семьи готов. Посмотрите, как много получается, а по вкусу, ну, практически настоящая пицца. Во-первых, вы сюда все можете добавить, что у вас осталось в холодильнике. Например, какие-нибудь обрезки мяса, обрезки овощей. Все можете положить сюда. Это очень вкусно. Делается не дольше 5 минут. Все порезал, все смешал на сковородку. И вот такая вкуснятина, которой можно накормить всю семью, получилась. Пробуйте, готовьте, я прям уже хочу попробовать по запаху, но прям пицца. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео. Смотрите, я отломала, тянется сыр. Такая вкуснятина. И это прям пицца. Смотрите, как тянется сыр. Вкуснота. Пробуйте, делайте. Но вкусно, невероятно. Попробуйте добавить чесночок. Смотрите, сырок как тянется. Вкуснятина. Пробуйте, готовьте. Всем до свидания и пока.